Новочебоксарская городская больница Минздрава имеет статус межтерриториального медицинского центра. Сейчас там в несколько этапов идет капитальный ремонт. В зоне обслуживания Новочебоксарск, Мариинско-Посадский и Козловский районы. А это без малого 120 тысяч человек. Поэтому еще в прошлом году ремонт начали со стационарного корпуса. Изменения разительные. Светлые стены, новые двери, лифты. На капитальный ремонт больницы выделено более 30 миллионов рублей. В таких комфортных условиях и лечение идет быстрее. Очень хорошо, это в палате комфортная такая обстановка. Ни холодно, ни жарко. Врачи и медсестры все обходительные. Требования к ремонту медицинских учреждений особые. Все материалы подбираются в соответствии с нормативами. За этим строго следит Министерство здравоохранения республики. Главный врач больницы уже строит планы на будущий год. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Так, на будущий год уже запланирован ремонт процедурного и перевязочного кабинета поликлиники на Коммунистической 27, запланированы ремонтные работы в физиотерапевтическом отделении. Также у нас есть ряд проектно-сметных документаций, которые ждут своего часа, и мы надеемся, что в будущем году также мы частично сможем отремонтировать другие наши отделения.